Всем здравствуйте. Опять вернемся сегодня. У нас есть еще хорошее замечание. Это улыбаться. Вот. С Ахмедом Сами и поехали. Почему именно улыбка, она влияет на отношения очень хорошо? С моей точки зрения, это очень важно на самом деле. Еще есть другой вариант, один другой подход. Я как мусульманин, на самом деле, у нас есть ислам мотивирует, что мы постоянно улыбаемся. Хотя у нас есть пророк Мухаммад и сказал, что твоя улыбка в лицо твоему брату – это милость. Почему? Если мы посмотрим с точки зрения улыбка, на что улыбка влияет в наши отношения, на что мы сами влияет эта улыбка на самом деле. Но как по наблюдению, так что происходит? Наш мозг он умеет отличать, какой настоящая улыбка и какой не настоящая улыбка. Поэтому, если человек начнет улыбаться, твое лицо будет присылать какой-то электрический сигнал, как мозг просто понимает. Потом мозг принимает такие сигналы, а вот у него уже сигналы, что все хорошо, он улыбается, все отлично. И запускается все это гормоны внутри нашего тела, и потом мы чувствуем, что все отлично, все прекрасно. Это такое ощущение из просто даже не настоящего улыбка. Поэтому это очень хорошо, когда улыбается постоянно. Меня постоянно задают этот вопрос, почему у вас мусульман и именно восточный народ не постоянно улыбается. Я как и сказала, что это ислам сам мотивирует эта улыбка. Еще это часть нашей культуры, нашей природы. Мы любим постоянно улыбаться. Мы знаем очень хорошо, что улыбка это заразно. Когда я улыбаюсь, другой человек смотрит на меня, и потом у него ощущение, что у меня все хорошо. Он тоже какой-то, он не ощущает, что происходит, он тоже улыбается. Улыбнуться на самом деле. Поэтому в отношении это очень важно, такая маленькая-маленькая улыбка, например, когда человек заходит дома, встречается с его, например, любимый человек, с его друзьями, совсем-совсем. Как только вы встречаетесь с такой улыбкой, они придают друг другу ощущение, что все отлично, все хорошо. Хотя, может быть, все очень сложно в нашей жизни, у нас есть куча проблем, нам надо решать, у нас есть работа, у нас есть задачи, у нас есть много всего, которое нам надо это решать. Но с этого улыбка у вас будет очень прекрасное чувство и ощущение, и которые придают друг друга и облегчают жизнь друг друга. Это очень-очень важный момент. Чаще улыбайтесь, чаще общайтесь, чаще передают друг друга, заразите друг друга с улыбками, энергией, с радостью, и все-все будет отлично. Улыбка – это, можно сказать, ключ к любому человеку сердца. Это через улыбку. Когда улыбаетесь, прекрасно чувства передаете друг другу. Поэтому с радостью улыбайтесь, все у вас будет отлично. Вечно. И все прекрасно. Вот это быстро так на сегодняшнюю тему. И увидимся в следующий раз с другой темой.